Построить сечение правильной пирамиды с плоскостью, проходящей через данные точки и середину ее высоты. Значит, пирамида правильная, значит, ее высота будет попадать в центр этого шестигранника. Давайте обозначим центр шестигранника этого. Центр основания, вот ее высота. Давайте искать теперь середину ее высоты. Я думаю, для этого удобнее всего вот в этой вот плоскости достроить прямоугольник. Вот мы его достраиваем. Ой. Так, раз. Вот это да, достроили. Так, перенесем последнюю. Вот у нас прямоугольник. И проведем вот такую диагональ его. Вот он будет пересекать эту высоту прямо в центре. Что ж, у нас есть уже три точки для построения нашей плоскости. Давайте обозначим треугольничек, который будет лежать в этой плоскости. Вот. И давайте попробуем достроить этот треугольничек до самого низу. Вот эти точки пересекутся, потому что они в одной плоскости лежат. И теперь найдем пересечение из центра вот в эту грань. Вот где-нибудь пересекутся. Так, соединяем. Вот. Значит, вот этот треугольник, он стал более таким у нас обширным. Достиг, так сказать, плоскости основания нашей пирамиды. Соответственно, сейчас мы можем уже сказать, что это будет сечь так, а это вот так. Так, ну и нам нужно достроить сечение этой плоскостью, этой грани и последней, потом объединить здесь. Ну, давайте посмотрим, что у нас с этой гранью, какая будет. Вот где будет пересекаться с этой плоскостью. И в этой же плоскости будет идти вот сюда. Вот. Построили сечение. А с этой гранью, давайте достроим. Тут главное попасть вот так. Попадаем. Вот точка. И вот линия, вот она здесь пересечется. Так, у нас осталась еще одна точка, которую надо достроить. Но у нас на самом деле есть существенная подсказка. Вот эти вот прямые, они пересекутся, так как лежат в одной плоскости. И проведя из этой точки их пересечения прямую соединив с центром, поскольку она тоже будет лежать в плоскости секущей, в плоскости нашей секущей, мы получим последнюю точку. Вот она у нас. Здесь главное не путаться, потому что линий действительно очень много. Вот. И мы построили наше сечение. Надо сказать, что в таких задачах очень важно не путаться в линиях, очень внимательно, последовательно все делать и прям пальчиком вести, следить до конца.